Данелия Тулешева прошла в финал популярного шоу «America's Got Talent». Все подробности в этом выпуске. Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский. Вы смотрите «Экспресс новости». Еще вчера на канале «Эхо Питера» вышла новость о том, чтобы все Диарс поддержали Данелию в полуфинале, так как там были определенные сложности в голосовании. Данелия на своей странице в Instagram попросила отдать за нее голос на официальном сайте телеканала NBC. Но вот беда, голосовать могли только жители США. Прошли сутки, и Данелия уже в финале. Поздравляем! Как ей это удалось? Юная казахстанская звездочка Данелия Тулешева выступила в полуфинале America's Got Talent. Для этого ответственного выступления Данелия выбрала песню популярной британской певицы Джесси Джей «Who You Are». Если кто не знает, кто такая Джесси Джей, вот вам ее реакция на выступление Димаша. Да, были времена. А теперь самое важное. Финал 15 сезона America's Got Talent состоится 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC. Как сообщила сама Данелия, композиция для выступления еще не определена. Но битва, как вы понимаете, станет решающей. Начиная с первого выступления, Данелия стала любимицей не только зрителей шоу, но и членов жюри. Каждый ее выход на сцену сопровождался овациями и комментариями восхищения от судей. Если Данелия победит в финале, то ей достанется главный приз America's Got Talent – $1 миллион. 22 сентября голосуй за Данелию Тулешеву, выполни свой гражданский долг. Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.